Есть верное средство от кашля, которое поможет лучше любого сиропа. Жженый сахар очень мягко действует, снимая воспаление слизистой, поэтому может применяться даже для лечения детей. Можно готовить сосательные леденцы из растаявшего над огнем сахара, но есть вариант еще лучше. Конечно же, при сильном кашле у ребенка или взрослого следует сразу же обратиться к врачу и воспользоваться его предписаниями. Но в качестве дополнительного лечения можно пить такой полезно-сахарно-молочный сироп, который чудодейственным образом справляется с кашлем. Выпиваешь стакан перед сном и целую ночь спишь спокойно, без кашля. Тебе понадобится 1 чайная ложка жженого сахара, 200 мл молока, 2 банана. Нагрей обычный сахар в ложке над огнем. Когда кристаллы расплавятся и масса загустеет, вылей жженый сахар в кастрюлю. Залей сахар стаканом горячего молока. Очисти 2 спелых банана. Измельчи их в блендере или разомни вилкой. Добавь банановое пюре в горячее сладкое молоко. Доведи массу до кипения, тщательно перемешивая. Сними молоко с огня, слегка остуди и выпей. Жженый сахар окажет отхаркивающее действие. Молоко усилит выделение слизи, а бананы помогут организму справиться с воспалительным процессом. Теперь ты знаешь, как сделать жженый сахар от кашля. Сохрани этот рецепт на всякий случай. Проверенное годами средство не подведет. А на этом все. Ставьте лайк, если понравилось видео. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.